Сегодня, 2 сентября, свой профессиональный праздник отмечает патрульно-постовая служба полиции. Это патрульные обеспечивают порядок на наших улицах и первыми приходят на помощь людям. Не только при криминале, но и в любой другой ситуации. Только в этом году, благодаря патрульно-постовой службе, было раскрыто 229 преступлений и около 28 тысяч административных правонарушений. В торжественных мероприятиях, посвященных празднику, на базах ППС в Чебоксарах и Новочебоксарске принял участие министр внутренних дел республики Виктор Шмитков.